waszym chorobanych czasów spuszcza. Зашифруй свою ДНК. Определи свою генетическую структуру. Выбери генетическую особенность. Выбери стиль меха. Выбери основной цвет. Выбери цвет отметин. Выбери класс. Психа. Наемник. Меткач. Командос. Пси-чистота. Диверсант. Страж. Диверсант. Выбран диверсант. Неплохо. Вот кто-то с непростым прошлым оказался в центре истории, которая шла своим чередом. Мы и так уже на перепутье. Выбор пути в жизни – тот самый момент, когда либо делаешь выбор, либо ты уже не жилец. Но для тебя это не просто перепутье, а час выбора. Позволь представиться. Я – твоя светлая сторона. Точнее, твой внутренний голос. Я – отражение равновесия и последствия твоих действий на пути вперед! Мне кажется, тебе просто свет в голову ударил. Но ты придешь в себя, рано или поздно. Но все рано или поздно возвращается на круги своя. Так что лучше слушайся своей интуиции. Нельзя бороться с тем, что заложено в твоей природе. В твоей природе? Вот тут-то мы и поговорить о естественном отборе, выживании сильнейших и прочем. Если это не имеет отношения к природе, то я даже не знаю. Суть естественного отбора – эволюция и прогресс. Как только в мире станет достаточно света, тьма исчезнет! Thank you.
правое всегда право. Истории о смерти и брошенных мертвых телах – напоминание о том, что все мы подчинены природе и брошены на милость хищника. Помнишь ли ты чудовище, уничтожившее твою семью, или предпочитаешь забыть о нем? Твой выбор был отвернуться от нашего мира и забыться в своем. А тем временем хищник набирался сил. Беги. Этой истории еще рано заканчиваться. На этот раз побег – лучшее решение. Ты проживешь еще один день полной борьбы. Надеюсь, ты приготовишься, когда придет время. Хищник – не единственная угроза. С началом конца времен все живое начало мутировать, а древо жизни вянуть.
Затягивай. Нефтяная жижа буквально повсюду. Многим она принесла смерть, но кое-кому удалось адаптироваться к новой среде и измениться вместе с ней. Эволюция дела. Располосуй. Руби и режь. Как хорошо. Смотри. Аварийный ящик древних. Редкая находка. Это
эта труба на вид не очень прочная. Используй клешнелом. Ого! Пора выбираться отсюда. Я серьезно. Морки сбрасывают сгустки биоматериала, которые вырабатываются всеми их органами. Способность питаться в любое живое существо, включая тебя, и изменить кодирующие цепочки клеток. Живо, живо! Из этого можно что-то сделать. Нет ничего лучше хорошей тренировки. Таксанол строил так называемые ковчеги, чтобы спастись от надвигающейся гибели. Но, похоже, было слишком поздно. Из бортового журнала на оставшемся ковчеге мы знаем, что остальные отправились выше неба. Кажется, те, что были до нас, надеялись, что там смогут найти новый дом для своего вида. Осталось всего пара ходов. Соберись. У нас мало данных о цепи событий, которая много веков назад привела к апокалипсису. Но все же ясно, что мир не был готов к тому, как бездумно корпорация Таксанол с ним обойдется. Их горнодобывающая и ядерная промышленность производили тонны отходов. Эти отходы, не задумываясь о будущем, свозили на свалки, пока не закончилось место. Именно тогда они совершили большую ошибку. Они начали сбрасывать токсичные отходы в гладь недалеко от побережья, рассчитывая, что со временем они начнут разлагаться. В целом так и вышло. Но никто не был готов к тому, что случилось. Когда отходы попали в гладь, радиация начала действовать на морских обитателей, вызывая у них причудливые мутации. Это очень сильно повлияло на биоразнообразие и всю экосистему. Мир, каким его знали древние, рухнул. Природа отомстила им. Он никогда не будет прежним, а то, что от него осталось, теперь принадлежит нам. Электризованный металл начинает стрелять, добром это обычно не... Звук идет из-за той двери. Предупреждающая табличка. Эта коробка выглядит так, как будто способна поджарить тебе мозги. Чтобы закоротить эту дверь, придется поработать мозгами.
так. Похоже, этому колесному нужна помощь. Ты сможешь? Ты справишься. Вот это убойность. Натиски. Близкий контакт. Отличный выстрел. Были последние. Давай поговорим с колесным, пока не подоспело подкрепление. Говорит, что хочет отблагодарить тебя за помощь с падальщиками. Голос тебе знаком, но ты никак не можешь вспомнить откуда. Он зовет себя Ужескис. Ясное дело, сильно просроченный, но все еще годный кое к чему. Он, похоже, не удивлен, что ты его не помнишь. Времени-то сколько прошло. Но та ночь изменила все. Он слышал, что одноглазого Ронина видели за великой стеной, и рад, что эти слухи оказались правдой. Легенда про одноглазое дитя, выросшее в изгнании, старая и грустная. Это дитя могло быть кем угодно, но зло, от которого оно сумело бежать, оставило приметный шрам на память. Нет сомнений, что ты и есть то дитя. То, что Люпус Люпин сделал с твоей деревней, с твоими Мумой и Папселем, и стало началом конца. Он говорит, уж больно много времени тебе понадобилось, чтобы вернуть прошлое в настоящее и найти дорогу сюда. Но он благодарен тебе за это. Вскоре после нападения союз распался. Ученики твоей Мумы разделились и основали племена, чтобы противостоять Мору, который в это время обрушился на землю. Если бы не древо жизни, никто бы не выжил. Он надеется, что хоть древо-то ты помнишь? Спрашивает, как ты? Путь от деревни до сюда был нелегким. Интересуется, в курсе ли твоя Мума, где ты проводишь время? Наверняка. Пусть ты этого и не помнишь. Он понимает, зачем ты здесь, чтобы увидеть их, картофанов.
Картофаны, или ноно, это настоящее чудо. Они как-то связаны с этим деревцем. Их жизни зависят друг от друга. В этом есть смысл. Энергия ци копится в них, как в клубне картофеля. Ноно прячутся в блеск траве. Он предлагает отправиться туда и поворошить ее. Может, это заставит хоть одного выйти из укрытия. Ух ты! Можешь гордиться, но оно не всякому показывается. Энергия ци-ноно – это как раз то, что нужно Пенсаю, чтобы завершить цикл развития и стать древом жизни. Это покажет лишь время. Но он намерен посвятить этому стебельку всю жизнь. Он чувствует, что от этого зависит судьба нашего мира. Чтобы росток превратился в древо жизни, его придется долго подпитывать. Он будет хорошо расти только тогда, когда ноно сольется с древом воедино и выплеснет поток энергии ци. Он даст тебе свою сеть, чтобы поймать ноно, но он просит тебя действовать аккуратно. Ноно – чувствительные существа, воплощение изначальной энергии ци. Он впечатлен тем, как ты управляешься с сетью, как будто ты с рождения этим занимаешься. Он надеется, что когда-нибудь это древо вырастет достаточно большим, чтобы начать поддерживать мир. Сейчас тебе нужно заставить этого ноно слиться с древом. Теперь, когда ты своими глазами видишь связь ноно с древом, у тебя не должно остаться сомнений. С этого момента выращивание древа жизни из Пенсая станет его целью. Не только на благо деревни, но и ради всего мира. Однажды земля перестанет быть такой мирной, и даже твоя мума не сможет нас защитить. Он говорит, что тебе лучше вернуться в деревню, прежде чем мума начнет тебя разыскивать. Ты молодец. У нее много забот. А еще ей и ее ученикам нужно отдохнуть после рейда в лагерь волков. Ему интересно, пощадили ли они семью хищника. Он потерял тебя ненадолго, но воспоминания не ходят по одному. Это путь, по которому ты можешь пройти. Он помнит каждый день, когда он растил древо жизни, но теперь боится, что все его усилия пойдут прахом. Древо начало гибнуть с наступлением конца времен, сразу после того, как пришли мироеды. Генетическая эволюция, начавшаяся после апокалипсиса, устроенного корпорацией Таксанол,
разогнала ДНК мироедов до предела. Его приятель Гизмо занят работой над Мехтоном. Ему нужна помощь, чтобы победить слонофырка в конце западного корня. Фьють все еще чинит октоподы, чтобы сразиться с тинофырком, который обитает в самой глубине в конце северо-западного корня. Ноко приручила Мьюта и готовится выступить против топофырка в конце восточного корня. Губ, наконец, почти закончил работу над слизисерфом, машиной, которая сможет свободно скользить по волнам глади до самого свинофырка. Он засел в конце юго-восточного корня. Белее, Антуф. Уже Скиз говорит, его друзья собирают силы, чтобы остановить мироедов. Каждый из друзей уже Скиза оберегает один из корней. Мопуфаркуби. Тебя ждет нелегкий путь, но он рассчитывает на твою поддержку. Его друзьям не хватит сил справиться самим. Он пытается донести до тебя, что если древо погибнет, нам всем не жить. В любом случае, вы встретитесь снова, когда ты сыграешь свою роль в войне племен и битве с мироедами. Тувову! Тебя получается. Быстрее всего выбраться через крышу, как они вошли. Веревка выглядит достаточно прочной, чтобы выдержать твой вес. Знай, что древо жизни умирает. Дни его сочтены. Без посторонней помощи ему не пережить природного катаклизма и нападений мироедов.